Кавказе, он нам арендовал там домики, мы жили на Курской. 10 дней была великолепная погода, мы даже купались, в море было даже 21 градус. На Косе очень хорошее море, лучше, чем в Зеленоградске, Славянске. Да, да, да. Гусев. Гумбинен. Это губернатор Калининградской области, он отсюда родом. Он был здесь тем самым, ну, мэром. Как бы. И главой района. Очень его отстроили тоже. Красивый центр такой сделали. В самом Гусе. Вы не были? Нет. Он вообще такой, знаете, он это дальний городок, поэтому тут о, все же станок, что ли? Да, наверное. Ну.